Будущее принадлежит медицине предохранительной. Николай Иванович Пирогов, русский хирург и ученый. Всем привет! Мы снимаем этот выпуск деконструкции в конце марта 2020 года на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. И сегодня у нас в гостях военный врач, популяризатор медицины и научный журналист Алексей Водовозов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор Российской Федерации рекомендуют: в период эпидемии вирусных инфекций часто обрабатывайте и мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой, сразу же выбрасывайте использованную салфетку и вымойте руки. Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки жара и кашель. Если у вас температура, жар, кашель, затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории своих перемещений лечебному заведению. При посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, при уходе за больными и общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции носите маски, прикрывающие рот, нос и щеки. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. Помните, только врач может поставить диагноз. Вызывайте врача, если чувствуете, что заболели. Действие начинается в 1967 году. И в первую очередь бросается в глаза военный врач, который полностью без защиты. Вот. Никак себя не обезопасила на фоне эпидемии. И после этого они сбрасывают бомбу и уничтожают полностью поселение. Насколько это реалистично, эта сцена? Насчет того, чтобы уничтожали прям целиком либо лагерь какой-то, либо военный, либо еще что-то. Ну, как-то не приходилось такого читать. Может быть, что-то такое было, оно, может быть, до сих пор скрывается. Не буду об этом говорить, то есть не знаю. Но если говорить именно с точки зрения военного медика, то, естественно, когда он увидел такую картину, то есть он находится в Африке. Там множество самых различных достаточно опасных инфекций. Он находится в палатке с больными. Причем там явно видно, что люди больны. У них и высокая температура, у них и изменение цвета кожных покровов, и характерные геморрагии, то есть кровоизлияние. Это понятно, что геморрагическая лихорадка. Соответственно, нужно защищаться, да, и как минимум, ну, хотя бы простейшая маска, да, и простейшие очки на нем должны были быть, на этом враче. То есть я скажу сразу, что вот этот фильм, он... Конечно, да, тему он поднимает хорошую, да, то есть биологическое оружие, этические моменты там и так далее, и так далее. Да, действительно, некоторые моменты там показаны более-менее правильно. Но вот в отличие от заражения, которое мы уже обсудили, здесь нужно относиться к этому именно как к художественному произведению. То есть нельзя как руководство к действию смотреть, только как художественное произведение. Здесь слишком много допущений и слишком много ошибок фактических, даже с точки зрения медицины. А вот этот вирус Матаба, о котором говорится в начале фильма, что он из себя представляет? Понятно, что это придуманный вирус, но поскольку... Но может, есть что-то похожее, какие-то аналогии? Да, фотографии использованы вируса Эболы. То есть те фотографии, которые они рассматривают, это фотографии вируса Эболы. И, в принципе, все, о чем там идет речь, это, по сути, вирус Эболы. Контактный путь передачи, высокая летальность, растворение органов, что называется, да, то есть и внешнее, и внутреннее кровоизлияние – это характеристика именно вируса Эболы. И действительно, вирус Эболы рассматривался в качестве биологического оружия. Почему? Потому что у него очень высокая летальность, то есть где-то 60% примерно. Это очень неплохо, надо сказать. У него действительно небольшой инкубационный период, но не такой, как в фильме, то есть не 8 часов. Так, чтобы 8 часов инкубационный период и с такой летальностью, ну что-то я не вспомню ни одного вируса сходу. Даже натуральная оспа, у нее инкубационный период побольше. И, конечно же, там люди... умирали вот буквально за там считанные часы, да, или там за считанные дни. Вот это правда, да. То есть если мы говорим о геморрагических лихорадках, они действительно характеризуются высоким подъемом температуры резким и вот всей той клиникой, которая была у людей, такой характерный достаточно внешний вид и кровоизлияние во все, что только можно. То есть в склеры глаз,
там лопаются все сосуды, да, и там действительно из уголка рта все это может течь и так далее. Ну, выглядит, да, конечно, все ужасно. Тут без вопросов. Показано очень хорошо, то есть на эмоции они давят замечательно, но фактических ошибок многовато, к сожалению. Да, то есть брался за образец вирус Эболы, но остальное уже напридумали в художественных целях. Но это показано настолько жутко, я подумала, это еще выдумки художников по гриму, чтобы настолько они истекали кровью. Нет, геморрагическая лихорадка именно этим и отличается. То есть вот такая тяжелая, как Эбола, она именно этим и отличается, что это не просто то, что называется петахиальная сыпь, да, то есть такие мелкие точечные кровоизлияния в коже, но это и кровоизлияние, в том числе и во внутренних органах, и из внутренних органов, то есть может пойти кровь ртом и так далее. Картина мало привлекательна, это правда. Получается, у них это была эпидемия или пандемия? То, что... Вы знаете, вот, кстати, да, фильм немножко неправильно у нас переведен локализаторами, потому что даже в англоязычной среде сейчас такая достаточно активная драка идет в среде специалистов, да, чтобы изменить немножечко термины, потому что outbreak, по большому счету, ее можно равнозначно перевести как вспышка и как эпидемия. То, что происходит в фильме, это все-таки вспышка. Это не распространяющиеся, скажем, на несколько стран и так далее, то есть это все происходит в рамках одного городка, причем достаточно небольшого, там две с небольшим тысячи населения. Я бы сказал, что это все-таки вспышка. В процессе фильма вирус эволюционирует. Да. И у него появляются новые сначала свойства, да. Незаметные маленькие усики. Ну, это, конечно, это исключительно такой художественный прием, да, для того, чтобы показать, что он изменился. Потому что, ну, две фотографии же похожи между собой. Надо было как-то продемонстрировать. На самом деле нет, конечно, такого нет. Ничего этого нет. Изменения, скорее всего, будут в геноме. Да. Настолько мощное изменение внешнего вида, ну, извините, это уже как бы видообразование произошло, то есть это какой-то уже новый биологический вид на самом деле. Нет, это просто сделано именно, чтобы показать, что вот вирус изменился, и мы это заметили, просто вот на микроскопии. Но получается сложно, да, сейчас обсуждать этот вирус на предмет достоверности, если он выдуманный? Просто у меня были вопросы. Я понимаю, нет, он, еще раз говорю, взят с вируса Эболы. То есть вот как в заражении взят конкретный вирус Непах, так здесь взят вирус Эболы. То есть можно обсуждать вполне себе. Основная картина, ну, кроме вот этого фэнтезийного перехода, то, что этот вирус стал распространяться воздушно-капельным путем, такого, к счастью, пока что не происходит с Эболой, к огромному для человечества счастью. Но все остальное вот до этого момента, да, вполне можно обсуждать как настоящую реальную болезнь. А если... спросить у вас про эту сцену, где здоровый больной, ну, точнее, он после аварии, это уже в конце фильма, он лежит абсолютно здоровый, и за счет вытяжки он заразился. Да. А могут ли тогда, получается, вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем, передаться через вытяжку? Да, могут. То есть они движутся с какой-то скоростью? Это правда, они могут перемещаться. Но это же, понимаете как, вот мы чихнули или кашлянули, и образовалась взвесь, то есть аэрозоль. Тяжелые частицы, действительно, они потом осядут на пол. А вот легкие частицы, они запросто током воздуха могут перемещаться, в том числе по вентиляции. И мало того, такие случаи описаны. Когда в Москве была вот эта знаменитая последняя вспышка оспы натуральной, это в новогоднюю историю 59-60 года, тогда действительно среди заболевших были люди, которые лежали на другом этаже. В этой больнице, вот был помещен заболевший в эту больницу, и заражались в том числе люди, которые лежали этажом ниже, но ровно под вентиляцией. То есть можно было отследить путь, это как раз соответствовало передаче вот именно такой. Это не придуманное. Я не знаю, брали ли они вот этот вот эпизод московский, но это реальная история, это вполне возможно. Другое дело, что вот как в фильме показано, там мог быть вполне себе невоздушный. То есть нельзя было сделать вывод, тот вывод, который сделал герой Хоффмана, да, то есть он сразу посмотрел, что вот вентиляция, здесь лежит больной, там новый зараженный, все, воздушно-капельное. Нет, если вспомнить этот эпизод немножечко пошире, то его позвали из изолятора, да, то есть он был в изоляторе, там, где были больные люди, он был в костюме защиты. А человек, который туда забежал, был без средств защиты, у него даже маски не было. Он просто туда заглянул, что вот, доктор, пойдемте.
Получается, что он мог быть и переносчиком. Он зашел в эту комнату, в изолятор, без средств защиты. Дальше. Они пошли по коридору, который теоретически до этого должен был быть чистым, что называется, да? И они его тоже контаминировали, заразили. И потом перешли в чистую палату. По идее, такого быть не должно вообще. Это должны быть разделенные потоки, да, и люди, которые работают в чистых палатах, они не должны пересекаться с людьми, которые работают в изоляторах. Его могли вызвать по телефону, по рации, там как угодно, не знаю, там жестами показать, там, что выходите, выходите и прочее, прочее. То есть все вот эти вещи простейшие, они должны соблюдаться даже в кино, да, потому что вот та ситуация, которая показана, могли заразить просто люди, зашедшие туда, вот и все. Ну, понятно, что это нужно было для художественного образа, понятно, что это было красиво, да, вот этот пролет через вентиляцию был показан, все остальное. Да, с этой точки зрения я ничего сказать не могу, но с точки зрения фактической очень много вопросов. По поводу лабораторных животных, как они сохраняются, и действительно ли, как показано в фильме, могла быть такая утечка животного? Его могли так спокойно вывести, заплатив кому-то денег? Мне сложно говорить за всех. Вы понимаете, да, лабораторные животные – это как бы отдельное такое направление. Они выращиваются специально. То есть есть специальные институты, которые прямо этим занимаются. Есть специальные компании, которые тоже этим занимаются. Почему? Потому что это должно быть специальным образом подготовленное животное. И почему вот эти все идеи, да, можно тут вспомнить про 12 обезьян, например, да, про замечательный фильм, когда освобождали животных из клеток, и в том числе лабораторных, да, то есть это плохая идея. Почему? Лабораторные животные не приспособлены к жизни в открытом мире, скажем так, в естественной среде. Они изменены. Их, например, в том числе меняют гены. Некоторые выключают или некоторые включают. Или делают так, чтобы у них было некое хроническое заболевание сразу, да, или какая-то врожденная патология. Или, например, если нам нужно изучать дерматологические препараты, есть, например, лысые крысы, абсолютно лысые, то есть совсем лысые, полностью, целиком. И так далее. То есть это искусственно выведенные линии. И самое главное, что это результат близкородственного скрещивания, инбридинга, что называется, да, то есть они все между собой очень близки. Очень близкие родственники. Зачем? Для того, чтобы результаты были более-менее сходящиеся. Да? Потому что чем разнообразнее популяция, тем будет больше разброса в результатах. Если это примерно похожие организмы, то и результаты на них будут похожие. Ну, по крайней мере, стоит так ожидать. И если в одной лаборатории мира на этих животных проведены опыты, и в другой лаборатории мира, только она в другом конце находится, на другом континенте, например, но использована одна и та же линия животных, мы можем говорить о том, что результаты, скорее всего, воспроизводимы между этими двумя группами. Вот для этого все это делается. И, к сожалению, да, в том числе и бывают, конечно, случаи, да, что по недосмотру или там забирают иногда к себе домой, но это все-таки в гораздо меньшей степени, и когда все это выясняется, людей, в общем-то, наказывают, доходят до увольнения, до штрафов, и если, например, это была бы работа с такими опасными инфекциями, то, может быть, даже и уголовной статьей все бы это дело закончилось, потому что вы не можете знать, что конкретно в этом животном обитает, если вы работаете в микробиологической лаборатории. И рисковать, ну, опять же, это неоднократно описано, да, и «Планета обезьян», и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть масса фильмов, где этот сценарий рассматривается. Что может произойти, если из какой-то секретного бункера, там, секретной лаборатории сбежит подопытное животное? Масса фильмов ужасов, в том числе, начинается так. И поскольку таких, ну, не приходилось читать, да, о таких случаях в мире, ну, все-таки остается надеяться, что, по крайней мере, сегодня это контролируется гораздо лучше, во-первых. Во-вторых, сегодня, например, активно отказываются от приматов. То есть там основную роль играла как раз обезьянка, то есть она достаточно развитое существо все-таки. Она может спрятаться, она может там как-то кому-то покусать, прийти, еще что-нибудь, покусать и прочее, прочее. Да, например, то есть сейчас от приматов практически везде отказываются, это дорого. Их содержать дорого, да, и плюс еще этические моменты присоединяются туда. Да, в некоторых случаях они еще остаются, да, действительно, на каких-то близких к человеку инфекциях, типа ВИЧ или еще что-нибудь, оно действительно активно изучалось на приматах. Но все-таки в большинстве случаев мы остаемся на тех, кто дешевле в смысле производства, дешевле в смысле содержания, и те, у кого поколение покороче. Обезьяны живут долго.
они сравнимы по возрасту с нами, да, получается. И дождаться изменений в поколениях, ну, мы не дождемся. Надо менять поколение ученых в том числе. А, скажем, те же мыши или крысы — это год-два жизни. Да, поколения могут смениться достаточно много, даже за время жизни одного единственного ученого, который что-то на них проверяет, да, предположим, и так далее. Поэтому здесь такой достаточно рациональный подход, и он идет именно в сторону крыс, мышей и прочего-прочего. А и плюс сегодня разрабатывается отдельное такое направление, оно называется органы на чипе. Это, скорее всего, в обозримом будущем сможет заменить лабораторных животных. Ну, скорее всего. В чем фишка, скажем так, что мы создаем модель минимальной функциональной единицы органа. Ну, например, нефрон. Да, то есть от почки – нефрон, от печени – печеночная долька, от легкого – альвеола, ну и так далее. То есть минимальная функциональная единица. И она сделана из настоящих человеческих клеток, то есть реальные живые человеческие клетки. Мало того, мы даже можем взять у конкретного человека определенные клетки, да, и из них сделать эту модель. И потом на этой модели проверять те или иные лекарства. Их можно собирать вместе. Да, то есть сейчас почти все органы, что называется, собраны на чипах. То есть там помимо собственных клеток есть подложка, есть масса самых различных датчиков, которые замеряют огромную кучу параметров. Потом все это обрабатывается, да, мы получаем результаты, которые действительно соответствуют человеческому организму. Потому что проблема с животными, что результаты с них переносятся очень плохо. То есть если мы говорим о крысах и мышах, это, ну, в лучшем случае где-то 15%, а в худшем где-то 5% результатов могут быть перенесены на человека. Мы крыс, конечно, прекрасно лечим от очень многих заболеваний, от рака мы их спасаем и так далее, но это хорошие новости только для крыс. К сожалению, до людей еще очень далеко. У меня еще один вопрос по поводу биологического оружия. Я знаю, что после Первой мировой запретили использовать биологическое и химическое оружие. Но химическое, я знаю, что его использовали в Первую мировую. А вот что касаемо биологического, были ли случаи, когда их использовали? Ну, там не совсем так было. Все-таки в Первую мировую без всяких запретов особенных обходились, да, потому что конвенция, международная конвенция по запрещению химического оружия, это уже гораздо более позднее решение. Это, да, естественно, когда все увидели, что это может быть. Вот. А так-то в первую без особых ограничений использовали абсолютно все армии, российская армия в том числе. То есть мы использовали, например, снаряды с хлорпикрином в отношении войск противника. А если говорить о истории биологического оружия, то есть, скажем так, есть подтвержденное, есть легендарное. Если говорить о легендарной, то это, скорее всего, история с войском хана Джанибека, который пришел осаждать крепость Кафа, это генуэзская крепость в современной Феодосии, в начале XIV века. Ну вот как раз, в общем-то, черная смерть, да, чума, черная смерть. Считается, что она пришла тоже из Китая и Монголии, оттуда. Но история черной смерти в Европе начинается как раз вот именно с этой осады, то есть с Крыма. Чума в Европу, черная смерть в Европу пришла из Крыма. И есть, опять же, это легендарная вещь, неподтвержденная. Это исключительно сказание, что называется, устное народное творчество. Поскольку армия пришла уже больная, а в крепости сидели здоровые люди, хан Джанибек посчитал, что это несправедливо, и нужно делиться. Поэтому тех воинов, которые у него умирали, он велел разрубать на куски и при помощи метательных машин забрасывать за стены города. Потом это обыграли в фильме «Кровь и плоть» с Рутгером Хауэр. Вот там то же самое, тот же самый прием был использован. И вроде бы как именно после этого генуэзцы тоже начали болеть массово там, но поскольку армия Джанибека начала болеть раньше, да, у них был как бы лаг по времени достаточно большой, им пришлось отступить, снять осаду и уйти обратно в Великую степь. Вот то, что осада была снята, это точно. Но по какой причине, мы не знаем. То есть нет документальных подтверждений, что вот такое именно было, да, что людей рубили и забрасывали туда. Были также упоминания о зараженных кошках еще более ранние и так далее, и о зараженных людях. То есть всякие такие предания, скажем так, были. Мы не можем сказать, что вот на 100% это было так. Да, действительно, неоднократно описывалось, что заболевших людей пытались в такие крепости запускать, чтобы вызывать вспышки там внутри. Подтвержденные случаи — это знаменитая история с индейцами и одеялами.
во время англо-французской войны, и когда, вернее, англо-французской, прошу прощения, и с той, и с другой стороны, и за англичан, и за французов участвовали в том числе союзные им племена индейцев в Америке. И 1763 год генерал Армхерст, британский генерал, ему пришла в голову такая своеобразная мысль, да, а почему бы нам не использовать те болезни, которыми европейцы уже, в общем-то, переболели, да, потому что, ну, натуральной оспой многие переболели в той или иной форме, иммунитет у некоторых людей, переболевших, естественно, сохранялся без вариантов. Некоторые болели там на месте, но в основном, повторюсь, это были либо легкие формы, либо она не распространялась среди остальных, потому что европейцы были иммунны к этому заболеванию. И два одеяла и один платок. То есть очень часто говорят о том, что были сотни одеял там или еще что-то. Нет, документально зафиксирована передача двух одеял и одного платка в одно из индейских племен. В знак примирения. То есть оно было союзным французам, это племя, и они сказали, что мы в знак примирения, мы с вами не воюем, мы воюем только с теми нехорошими людьми, а мы хорошие, поэтому вот вам два одеяла и замечательный красивый платок. Все. У индейцев им натуральной чумы не было. Соответственно, полыхнуло так, что вымирали племена там под 90-95%. Вот на сегодня это точно зафиксированные, документально зафиксированные первое применение биологического оружия в истории человечества. Была еще одна очень такая неприятная история с отрядом 731 Квантунской армии во время Второй мировой. Значит, это был отряд, возглавляемый Широй Сии, доктором, специалистом как раз по вирусологии в том числе, по инфекционным болезням и прочему. Через этот отряд прошло, вот точных данных нет, от 7 до 10 тысяч человек. В основном это были китайские пленные, чуть позже советские пленные. Все они погибли, то есть они были предназначены для уничтожения. На них проводились опыты до тех пор, пока человек не погибал. Если он выживал в первом опыте, его брали на второй, на третий и так далее. То есть он был обречен заранее, сразу. И в том числе они разрабатывали биологическое оружие, конкретно чуму. И чуму по китайцам они применили. И достаточно успешно. Где-то 250 тысяч жертв. Считается, что после вот этого применения этим отрядом 731 специальных снарядов, снаряженных, ну то есть это они не взрывались, они раскалывались, и из них выскакивали там всякие блохи, находили быстренько либо животных подходящих им, либо потом еще и людей, и сначала бубонная, соответственно, чума, и потом, как она обычно бывает, она потом переходит в легочную форму. Самое интересное, что Широй Сии не был судим за свои преступления, когда тот уже подходила, скажем так, концовка Второй мировой войны, он приказал своим офицерам самоубиться, а сам собрал всю документацию и сдался американцам. Поскольку не было американских пленных среди тех, на ком ставились эксперименты, американцы его не только с удовольствием приняли, он принес всю документацию по биологическому оружию в том числе, но и предоставили ему иммунитет от военных преступлений. То есть он никакого наказания не понес, повторюсь, в 1958 году умер в Токио от рака гортани. И, в принципе, наверное, на этом история заканчивается, да, потому что биологическое оружие — это такая вещь, фильм отлично это показывает, да, что это палка о двух концах. Этого джина мы можем выпустить из бутылки, управлять им мы не можем. Да, а вы говорили по поводу вируса Эбола, это подтвержденный, получается, вирус? Это настоящий вирус, реально существующий, природно-очаговый, то есть он есть на берегах вот этой вот самой реки Эбола, то есть почему он Эбола, так река называется. И есть замечательный американский сериал «Hot Zone» или «Горячая зона». Опять же, неправильное, конечно, название, но ладно. Замечательный мини-сериал, его можно посмотреть. Он как раз посвящен открытию этой самой Эболы, ну и потом тем событиям, которые были в Соединенных Штатах в том числе. А еще есть такие же по силе вирусы Ласса и Ханта, да, по-моему? Ну, можно сказать, да, что они относятся примерно к той же группе. Ну, все-таки нет. Эбола все-таки, наверное, из них самый такой, самый мощный, самый страшный. А вакцины нет от нее? Вот как раз по поводу вакцины. Тут есть варианты, потому что в прошлом году было достаточно много интересных сообщений. Во-первых, что, скорее всего, мы научимся эту вещь лечить, потому что использовались определенные группы антител,
Да? Сначала как? То есть пробовали вот ту же самую тактику, которую потом применяли китайцы с коронавирусом. То есть плазма переболевших людей мы переливаем больным. Потом изучили антитела эти, выделили, и, скорее всего, на основе вот этих антител уже создано, можно сказать, что оно, скорее всего, уже создано лекарство против лихорадки Эбола. И достаточно близко подошли исследователи, в том числе к вакцине от этого препарата, вернее, извиняюсь, от этой инфекции, и, скорее всего, мы сможем ее контролировать в ближайшее время, по крайней мере. Что касается остальных каких-то таких более тяжело текущих заболеваний, я вот так сходу не вспомню, у кого примерно такие же убойные тактико-технические характеристики, как у Эболы. Высокая летальность, высокая достаточно способность распространяться. Единственное, что нас спасает, что там работает контактный путь заражения. Поэтому вот это R0, да, то есть базовое репродуктивное число, которое упоминалось в фильме «Заражение», оно у Эболы даже... Ну, или ниже, или примерно на одном уровне, как у сезонного гриппа. Он передается при непосредственных плотных контактах. Но вот ситуацию, если вдруг он приобретет воздушно-капельные свойства, то вот эта ситуация в фильме показана очень точно. Примерно так и будет. То есть полыхнет просто вот так вот, взрывным образом. Конструктивно в деконструкции с Алексеем Водовозовым. «Эпидемия» — американский фильм-катастрофа режиссера Вольфганга Петерсона, снятый в 1995 году кинокомпанией Warner Brothers. Сценарий основан на книге Ричарда Престона «Горячая зона». По сюжету, в США из Африки привозят обезьянку, носительницу смертельно опасного вируса, который стихийно распространяется по стране. Ученые-эпидемиологи пытаются срочно найти вакцину и спасти людей от неминуемой гибели. Фильм стал кассовым хитом, собрав в мире более 189 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов. В первую неделю проката картина заняла первое место в американском бокс-офисе, сохраняя лидерство 3 недели. Главную роль в фильме предлагали Сильвестру Сталлоне, Гаррисону Форду и Мелу Гибсону, но все они отказались. Роль получил Дастин Хоффман, и сценарий переписали в соответствии с характером актера. До сих пор Хоффман ни разу не играл героя боевика, и его персонажу придали больше глубины, чтобы драматический талант актера не остался невостребованным. Белоголовый капуцин Бетси, фигурирующая в фильме как зараженная обезьянка, хорошо известна зрителям сериала «Друзья». В 1994 году Бетси дебютировала в этом сериале, сыграв роль Марселя, питомца одного из героев «Друзей» Росса Геллера. В 1996 году картина получила премию «Сатурн». Американская киноакадемия научной фантастики и фэнтези признала «Эпидемию» лучшим научно-фантастическим фильмом. А вы, как военный врач, как можете объяснить, как происходит коммуникация между гражданскими врачами и военными во время таких чрезвычайных ситуаций, которые показаны в этом фильме? Во время чрезвычайных ситуаций управление отдается военным. И гражданские врачи, они просто входят как бы в тот медицинский персонал, которым управляют, соответственно, администраторы из военных врачей. Ну, просто почему? Потому что их к этому готовят специально, да, то есть есть некоторые вещи, которыми гражданские врачи могут не владеть, да, то есть это массовые санитарные потери, да, особенности работы при массовых санитарных потерях. Вот сейчас всему миру приходится перенимать опыт военных врачей. То есть в гражданской медицине приходится работать так, как сейчас работает, например, в Италии медицина. Им приходится применять элементы медицинской сортировки. То есть выяснять, кого из пациентов удастся спасти. И, к сожалению, ситуация такая, да, что при массовых санитарных потерях нам нужно делать выбор. С легкими все понятно. Им оказывается в лучшем случае такая, знаете, вспомогательная помощь. Им объясняют, что делать, и все. Легких на этом бросают. Тяжелых, к сожалению, вытащить, скорее всего, не получится. Поэтому тяжелых тоже бросят. Но в каком смысле? Другое место. Другое место, да, совершенно верно. Они будут как бы отдельно и умирать там себе спокойненько. А работать будут в основном со среднетяжелыми, с перспективными. С перспективными в смысле выживания. То есть именно так работает медицинская сортировка, к сожалению, да, то есть это вполне себе оправданная вещь в условиях массового поступления пораженных. Вот именно с такой ситуацией сейчас столкнулась гражданская медицина, и оказалось, что далеко не все готовы работать в такой ситуации. Далеко не все помнят, что такое сортировка, по каким принципам она проводится. Далеко не все готовы делать такой выбор. То есть вот есть два пациента,
Вы имеете в виду с моральной точки зрения? С моральной точки зрения в том числе, да, что вот как это вот эта вот дилемма вагонетки, да, достаточно знаменитая вещь, вот эта этическая задачка, что называется, да, куда повернуть эту самую вагонетку, насколько человек задавит, она оказалась вполне себе реальной вот сейчас. То есть все говорили, что это некая, не знаю, там, метафора или еще что-нибудь, такого выбора в жизни не приходится делать, приходится. Очень даже приходится, просто это выяснилось вот только сейчас в таких чрезвычайных ситуациях. Поэтому, да, там это примерно показано достаточно четко, и там отлично показан настоящий карантин. Вот когда говорят, что... Военный? Да. Когда говорят, что вот тот-то город закрыли на карантин, страну закрыли на карантин, или там у нас карантинное мероприятие. Настоящий карантин был в Ухане. И сейчас в некоторых европейских городах тоже постепенно. Какой признак? Военное. То есть... перекрытие города при помощи военных средств и сил. Это колючая проволока, это заграждение, это блокпосты и это стрельба, в том числе на поражение. То есть в эпидемии отлично показан момент. Да, когда из него пытаются вырваться, из этого очага, военные могут применять оружие. И они его в фильме вполне себе удачно применили. Да, это оправданная мера. Потому что допустить распространение этой инфекции из очага нельзя. Для этого будут делаться все. Все, в том числе применение оружия. Хотела еще спросить по поводу поиски обезьяны, как спасительной сыворотки и просто спасительницы всего населения. Вы знаете, это, скорее всего, просто специальная такая сюжетная линия выведена, да, потому что ну, никакой реальной подоплеки под этим все-таки нет. Достаточно людей тех, которые есть больные, да, достаточно наших знаний о вирусе, достаточно того, что мы либо его видим, да, вот как было показано, либо мы расшифровываем его геном, и в том числе выясняем, какие участки отвечают за какие конкретные белки, как эти белки взаимодействуют с клеткой, да, то есть как он проникает туда и так далее. Вот на основании этих данных мы и производим и лекарства, и вакцины, потому что, ну, по большому счету, смотрите, получается так, что мы не сможем вылечить ни одно заболевание, пока не найдем некое вот это даже не нулевого пациента, да, а вот это передаточное звено между нулевым пациентом и животным миром. Это не всегда возможно. По тому же SARS, по первому его приходу, да, по первой версии SARS, точная информация о том, что это цвета, появилась только в 2017 году. А все происходило в 2002-2003. Если бы они эту несчастную цвету искали, да, тогда еще, да, там было подозрение, но подтвердилось только 15 лет спустя. То же самое я могу сказать, что не факт, что панголин виноват, например, в коронавирусе, да, потом может выясниться, что совершенно какое-нибудь другое животное и так далее. То есть сейчас очень много предположений, подозрений и всего остального. То есть ситуация выглядит именно так. И там многое, конечно, опять же, много допущений, много неточностей, потому что в роли африканской обезьянки из Заира на самом деле южноамериканская обезьяна, капуцин. Вот. Может быть, потому что она красивее, да? Может быть, потому что Америка все-таки ближе к Южной Америке, да? И проще привезти животные именно оттуда, но ошибка даже на уровне обезьяны. Начнем с этого. И, конечно, не было бы такого эпизода, как отлов при помощи живой наживки, да? При помощи девочки. То есть ребенка эпидемиологи бы ни в коем случае не использовали. Вы что? Ну это же... это невероятно и так далее. Но это сделано именно, чтобы придать фильму такую напряженность и накал, да, что сбежал этот главный герой. Кстати, вот мне этот эпизод очень понравился, когда главный герой сбежал из карантина, и там была команда «не стрелять, не стрелять». По идее, должна была команда «огонь», потому что он угнал вертолет. И он пытается, поскольку он контактный точно на 100%, он пытается сбежать, он пытается покинуть зону карантина. Это означает, что в реальных условиях по этому вертолету был бы открыт огонь. А с учетом того, что там семью расстреливали, да, с детьми, когда они пытались сбежать? Нет, расстреляли все-таки не семью с детьми, семья с детьми. Ну, пытались, я имею в виду, расстрелять. Их остановили. А тут он угоняет военный вертолет, получается? Да, и... здесь он угоняет военный вертолет, совершенно верно, и ее совершенно свободно долетает до следующего города, садится там на какое-то федеральное здание, ну, опять, да, то есть это исключительно фантазии сценаристов. Их там очень много, повторюсь, внутри, вот конкретно в этом фильме очень много лажи. Например, один из таких ярких эпизодов, когда вот эта команда прилетает в защитных костюмах,
в городок, вбегает в это посещение, да, там, я мэр, я там то-то, то-то, и они здороваются за руку. Вот это мне больше всего нравится. То есть люди в защитном костюме, они здороваются с человеком, который без защитного костюма и здоровается с ним за руку. Это вот это просто нонсенс вообще. Что потом остальным передать? Ну, например, это один из вариантов. А во-вторых, достаточно хорошо известно, да, что если люди находятся в защитных костюмах, они здороваются локтями. То есть вот такое приветствие в среде эпидемиологов или людей, которые работают с вирусами, с бактериями, со всем остальным, это распространенная вещь. Мало того, хирурги тоже так здороваются в операционной, потому что за руку не поздороваешься. Как мы здороваемся? Локтями. Просто такое простейшее соприкосновение теми частями, которые не критичны. Ну и так далее. То есть там вот этих мелочей на самом деле очень много. Там много недостоверностей и прочего, но сам факт, да, что биологическое оружие может оказаться опасным даже для того, кто его применил, это вполне себе продемонстрировано очень хорошо, и именно за это я этот фильм очень люблю и рекомендую смотреть его всем остальным. Там момент какой, что люди, это не было инженерное, да, то есть это не было искусственно созданный возбудитель, это просто некая редкая болезнь, да, новый вирус нашли и решили его спрятать для себя и разработать от него в том числе лекарства. Вот это, которое там Е, я не помню, какой там был индекс, четырехзначный, 1101, кажется, это лекарство, оно в итоге у них не сработало. Получается так. Угу. Просто почему? Потому что вирус изменился. И это действительно так. Мы можем говорить о бактериях, как о более-менее стабильных созданиях, да? Мы можем придумать антибиотики, да, и то не гарантия. К антибиотикам бактерии быстро вырабатывают резистентность. А вирус, он очень быстро изменяется и очень быстро приспосабливается к новым условиям. Поэтому даже если вы заготовили заранее вакцины, заранее заготовили какие-то противовирусные препараты, не факт, что они сработают. И получается так, что применивший оказывается в том числе в уязвимом положении. А касается именно этих лабораторий биохимических, где все это производится, сейчас их довольно много. Да. И они тоже, как всегда, связаны с теорией заговора. Многие против них выступают, говорят. Обязательно. Да. Что вы можете по этому поводу прокомментировать? Здесь очень интересная ситуация. Как только вся эта история началась, все тут же вспомнили, что в Ухане находится институт микробиологический, и что они недавно получили лицензию на работу с 4-м классом опасности. Как раз вот то, что в фильме было, вот они работали там в лаборатории, помните, проходили через множество бункеров, там какие-то специальные инфекционные установки и прочее, вот они входили в зону для работы с 4-м классом патогенов. И вот в Ухане они как раз тоже получили такую лицензию недавно. Но, смотрите, вот этот институт там существует с 50-х годов. С 50-х. То есть это означает, что если бы там что-то такое в таком направлении разрабатывалось, то сбежать могло и раньше. Почему вот только сейчас? Сейчас, наоборот, сейчас более строгий режим, скажем так, и наблюдения, да, и возможности технические гораздо выше. То есть что-то либо утащить, либо убежать, я бы сказал, что это было характерно бы для годов 60-х, 70-х. В наше время, ну, это крайне низкая вероятность. Это первый момент. Второй момент, который доступен сейчас, но который не был доступен даже вот во время фильма «Вспышка». Мы можем отследить то, что называется филогенетическое дерево, да, то есть происхождение этого вируса. Мы расшифровываем его геном, мы смотрим остальные геномы, то есть это же не единственный коронавирус, который появился вот просто из ниоткуда. У него есть родственные связи, и мы их можем доказать. То есть мы можем показать это отсюда, мы можем найти общего предка, потом найти общего предка этих общих предков и так далее, то есть выстроить туда достаточно далеко назад. И это было сделано, что самое интересное, и даже конкретно к этому коронавирусу применительно. То есть было показано, откуда он взялся, какие его родственные связи, и он очень четко встает вот именно в эту линейку. То есть он не просто выпадает из нее, например, или он сам по себе один, он очень четко встраивается во все эти родственные связи. То есть если выстраивать теорию заговора, то создали предшественника, причем когда-то очень давно. А потом каким-то макаром, не знаю, либо управляли эволюцией, да, этих вирусов, либо еще как-нибудь. Но как еще объяснить, что вот такое огромное количество коронавирусов и вся эта информация внутри между собой отлично бьется? А другое дело, что существуют действительно биоинженерные возможности на сегодня работы с вирусами. И они тоже ведутся.
Почему? Ну, потому что мы должны иметь защиту, да, то есть мы должны понимать, как это устроено, как это работает, мы должны заранее разрабатывать противовирусные препараты, вакцины и так далее, и так далее. Лучше это все делать не в момент пандемии, как сейчас, а лучше бы это было все иметь заранее. Поэтому работы ведутся. Да, и есть публикации по этим направлениям. Мы, скажем, сейчас очень активно сторонники теории заговора ссылаются на публикацию в журнале Nature 2015 года, где якобы вот это все было смоделировано, да, то есть что люди создали некий вирус, взяв за основу вот этот SARS от летучих мышей. И специально перед этой статьей теперь появился дисклеймер, да, замечание редактора. Что да, мы в курсе, что эту статью используют именно в качестве иллюстрации теории заговора, но она никакого отношения к этому не имеет. Да, на сегодня ученые знают, что этот вирус произошел от животных, и это, опять же повторюсь, достаточно неплохо доказывается. Мы можем провести специальные исследования, и причем, что интересно, их проводили в разных странах разные группы специалистов. Их результаты бьются между собой. А как работают с вирусами? Ну, например, существуют генотерапевтические препараты, генетическая терапия для того, чтобы доставить в клетку какую-то правильную копию гена, например, у человека сломана неправильная там копия гена, нужно ее заменить. Лучше всего, конечно, подходит вирус, потому что вирус умеет проникать внутрь клеток. Мы изымаем из вируса при помощи биоинженерного оборудования, скажем так, и методик, мы изымаем оттуда его РНК или ДНК, которая несет в себе вредоносный код для клетки, и помещаем туда, например, правильную копию гена. Но оболочку оставляем той же. Почему? Потому что именно оболочка проникает сквозь клетку, да? Вернее, сквозь мембрану клетки. Она позволяет пройти сквозь мембрану внутрь. Получается так, что это средство доставки. Это лекарственная форма. Да? То есть это вирус именно сверху, а внутри это уже лекарство. Может быть, еще вот из-за этих работ так активно все эти слухи муссируются, потому что, повторюсь, с вирусами реально работают. И также сейчас постоянно пишут про патент, да, на коронавирус, то, что он существует. Здесь есть очень интересный момент, да, запрещено патентовать то, что естественного происхождения. То есть никто не может запатентовать настоящую бактерию или настоящий вирус. Вот генотерапевтические лекарства патентуются. Почему? Потому что да, это был когда-то вирус, но мы из него вытащили оболочку, вернее не оболочку, мы оставили оболочку, а вытащили вот эту начинку. Все, если мы туда поместим внутрь лекарства, это уже будет неестественное творение, это будет искусственное, да. И эту вещь можно запатентовать. Можно запатентовать, например, генетически измененную кишечную палочку. Предположим, туда внесли некий код, чтобы она продуцировала инсулин. Сейчас весь инсулин, который у нас есть, он, это считайте, от генетически модифицированных бактерий. Да? То есть это не свиной, это не еще какой-нибудь, это самый настоящий человеческий, просто его производит микроорганизм. То же самое касается витаминов, например, многих и прочее-прочее. Вот штаммы, с которыми работают в данном случае, да, они биоинженерные. И вот их можно патентовать, да, это действительно это так. Но на настоящие вирусы, на те, которые происходят из естественной среды, никакие патенты не распространяются. У природы, в общем-то, как бы свои планы, да, и свои права, авторские права принадлежат исключительно природе, никому больше. То есть это вообще настолько глупый слух, не имеющий никакого... Да, вы понимаете, как в фильме «Заражение» было показано, что чем глупее слух, тем лучше он распространяется. К сожалению, так. Потому что людям очень сложно представить себе всю эту длинную сложную цепочку, да, что вирус сам, вот как он сам, у него уже нет мозга, как он сам понимает, что нужно измениться. Во всем виноваты летучие мыши. Ну, я понимаю, что летучие мыши, но гораздо проще сказать, что это было сделано искусственно в лаборатории. То есть это не он сам прошел весь этот длинный путь эволюционный, а его так собрали в лаборатории злокозненные ученые. Спасибо вам огромное, Алексей. Спасибо. Было очень интересно. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.